Чистка в России набирает обороты. Внезапно для всех огромная порция оборотней была задержана в Министерстве обороны, которому в рамках проведения специальной военной операции особое внимание со стороны государства. Так, на этой неделе были пойманы оборотни на высшем уровне власти. Прямо при исполнении своих обязанностей в военной форме был задержан замминистра обороны Российской Федерации Тимур Иванов. Причина задержания – колоссальные взятки и откаты при выполнении нужд Минобороны. Эквивалент вменяемой замминистру обороны Иванову взятки может составить более 1 миллиарда рублей, сообщили в правоохранительных органах. Министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра обороны. Следственные мероприятия продолжаются. На текущий момент силовики проводят обыски и задержания причастных лиц. Уже стало известно о задержании кума замминистра Сергея Бородина и взяткодателя Александра Фомина. Известно, что Бородин успел приобрести апартаменты премиум-класса неподалеку от Третьяковской галереи в реконструированном особняке 18 века в стиле московского барокко стоимостью около 600 миллионов рублей. Общая площадь апартаментов, которые принадлежат куму замминистра обороны, 600 квадратов. Очевидно, что задержание замминистра обороны указывает на всю серьезность действий власти. Исследование вектору по тотальной зачистке коррупционеров из критически важных структур. Помимо замминистра обороны, на этой неделе приговорили к 7 годам лишения свободы замминистра культуры России Ольгу Ярилову. Напомним, что Ярилова была задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 миллионов рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Момент истины, в свою очередь, продолжает принимать обращения граждан. Если вы столкнулись с произволом или несправедливостью, свяжитесь по указанным контактным данным с нашей редакцией.